Победа у нас в крови. Подполковник Абумуслим Абумуслимоглу Бахшиев родился в 1920 году в Шабранском районе Азербайджана. В 1941 году был направлен на курсы младших политруков Киевского особого военного округа в городе Радомысле. Младший политрук Абумуслим Бахшиев получил назначение 819-й полк 396-й азербайджанской стрелковой дивизии, которая вела бои на Керченском полуострове. В марте 1942 года в составе двух батальонов 819-го полка принял участие в ночной атаке на село Парпач, в ходе которой немцы были выбиты из села. В этих боях немцы впервые применили против бойцов азербайджанской дивизии шестиствольные реактивные минометы. Бахшиев весной 1942 года был направлен в формирующуюся 416-ю азербайджанскую стрелковую дивизию. В ноябре 1942 года в составе дивизии принимал участие в боях в районе Моздока. Летом 1943 года Бахшиев участвовал в освобождении Таганрога и Мелитополя. В июле 1944 года старший лейтенант Бахшиев был направлен в 52-ю стрелковую дивизию 5-й ударной армии помощником начальника политотдела дивизии. Участвовал в освобождении Румынии, Болгарии, Югославии. В составе дивизии принял участие в отражении танкового контрудара Гудериана в районе озера Балатон. Освобождал Брно, Братиславу, участвовал в штурме Вены. После победы части дивизии были переброшены на Дальний Восток, в Монголию. Абумуслим Бахшиев принимал активное участие в войне с Японией. Войну закончил в Порт-Артуре. Награжден орденами Боевого Красного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, двумя орденами Красной Звезды, двумя медалями за боевые заслуги, медалями за оборону Кавказа, за оборону Киева, за взятие Вены, за освобождение Белграда, за освобождение Праги, за победу над Германией и за победу над Японией. Испокон веков азербайджанцы были воинами-освободителями. Сегодня армия независимого Азербайджана освобождает земли своих предков.